Братья, в этом хадисе указание на то, что Аллах принимает ходатайство верующих единобожников за других верующих единобожников. Мы разбирали, баракулуфикум, вопрос шафа, вопрос ходатайства, разбирая серию уроков, таухид, вопросы и ответы, ссылочка, иншаллах таля, будет под этим видео. Почему важно этот вопрос изучить? Потому что сейчас многобожники, братья, которые себя называют мусульманами, ходят и распространяют то, что можно просить ходатайство умерших людей и так далее и тому подобное. Знаете, что это прямая борьба с исламом. Если к тебе придет многобожник и скажет, откажись от ислама, как мусульмане на него повлияют? Что ему скажут? Просто его пошли, правильно, нет? И поэтому приходит безбожник, атеист, братья, многобожник, еретик, язычник, отпускает бороду, одевает чалму и говорит, как тебя отстраняет этот ислам? Говорит, можно просить у мертвых ходатайство. И на это указывают доводы из Курана и Сунны, и приводите ложные доводы. Или приводите достоверные, но толкует его как? Нет, неправильно, Варкул, не так, как это понимали пророк и его сподвижников. Поэтому побуждаем каждого мусульманина изучить единобожие, изучить вопрос ходатайства, для того, чтобы не стать таким же язычником, как эти люди.